цієї пісні о разному. Я стараюсь работать над дикцией. Вова, о чем песня? Как видно из названия, про тишину. Это, наверное, единственный наш трек, который мы как-то вообще рулим и сводим с жизненной ситуацией. Съемки проходят в крови и в поту. Всю концепцию клипа я рассказывать не буду, просто скажу, что это будет своего рода квест. Это будет наш первый альбом, это будет наша гордость, это будет наш первый ребенок, реально, самый любимый. И он будет уже очень скоро. Мы собираемся посетить нашу любимую Италию. Мы же Тони Сопрано, мы банда. Во-первых, Италия прекрасна, во-вторых, мы там уже более-менее известная группа. И мы поедем не только в Италию, мы поедем в Эстонию, возможно, в Чехию и в Германию еще. А сейчас происходит работа над туром. Но, например, во Францию мы не поедем, потому что нас никто там не знает. Смотрите, поп-фильтр, мы Тони Сопрано. Но, так ты...